Читаем блок Audi Q7. Называется он EDC17CP44. В таком он состоянии, весь утонул, гнилой. Такой вот весь. Но нашли причину. В общем-то, в слоях питание где-то потерялось, сгнило. И теперь мы его прочитаем PCM-флешером. Если что, то прошивка нам пригодится. Если будут менять блок, например. Делаем идентификацию. Процессор 1797. Да, такой он и есть. Давайте прочитаем флеш. EDC17CP44 Audi Q7. Читаем флеш, EEPROM сохраняем. PCM флеш, модуль 71, Scanmatic 2 и блок EDC17CP44 Audi Q7. Читаем флеш. Блок был залит водой. У нас все зеленое. Через крышку проникло, конечно же, сюда. Вся плата была зеленая. Все отмыл, почистил. Нашел питание. Флеш 4 мегабайта весь. Блок читается, это уже хорошо. Сохраняем флеш. Окей. Теперь будем читать EEPROM. Читаем EEPROM. Все, EEPROM прочитан успешно. Сохраняем. Все, блок прочитан.